Не, ну это нормально тут, конечно. Можно я его убью? Да что ты не так? А, это барышня какая-то. Ну да. Я, может, покупаться пришла тут. Пришла тут. Вообще никакого может, личного пространства. Тут покупаться. Да-да-да, а красненькая. Кассандра. Вон, смотри, сколько тут народ. Ты же их не убиваешь. Они мне не мешают, они меня не будут пытаться убивать. Ладно, что, мы начинаем следующую серию заданий. Дочери Лалаи. О, тут даже подписано Лалая. Это деревня так называется? Город вот этот. Да. Лалая. Лалая. Афродита, Артемида, Афина, матери и дочери Олимпа, прошу, защитите нас. Мы и так лишились многих. Я не одна из них, но я Кассандра, Мистия. Что случилось? Мои люди в опасности. Мы потеряли правителей и воинов, а теперь и охотники пропали. Охотники могут не возвращаться неделями. Что случилось с остальными? Война между Афинами и Спартой достигла наших границ. И они пошли сражаться. Боюсь, что тех, кто остался, погубят сыновья Ксеркса. Не слышала о сыновьях Ксеркса. Звучное имя. Персы, потомки тех, кто сражался при Фермопилах. Их связывает только наследие древнего царя. Но они превосходят нас числом. Не хотела бы я быть на твоем месте. Хотя я убийца и могу выследить кого угодно. А совет дать можешь? Я не знаю, что сказать своим людям. Они понимают, что дела плохи, но что мне предпринять? Да, ну, наверное, подготовиться. Действуй, как подобает правителю. Нужно выбрать путь, каким бы он ни был. Верно. Я должна готовиться, а не впадать в уныние. Но охотники так и не вернулись. Может, ты поищешь их? Почему бы и нет? Я найду охотников. Моя сестра Агнадика ушла искать их. И тоже пропала. Что у вас там происходит-то? Пленники. Пленники, угу. Говорящее название. Разбойники держат их по киде. А чего нам сразу все рассказали-то? Ну да, спойлер. Прикольно. Так. Лагерь разбойников находится к северо-западу от горы. Где она у нас? Вот она. Где-то вот здесь вот военный лагерь. А, разбойничий лагерь Ламии. Вот он, близко. Ну, хотя так, не то, чтобы прям близко. Вперед! И вот опять у нас задание идет с вопросиком, к вопросику, который я уже сделал. Ну, благо, тут никаких предметов, ничего не надо. Ну вот, за счет этого, наверное, не должно сломаться. Угу. Будем надеяться. Как-то ты в круговую непонятно. Ну, как-то да. Ну, тут дороги такие. Ну, зато смотри, какая природа красивая. Да? Тут. Ну, вы еще не близко к цели, не надо. Теперь близко. Вон они. Это разбойники? Вроде похоже на этих. На Спарту. А их тут четверо. Ну да ладно, четыре человека
И столько проблем? Не, ну я не думаю, что это только из-за них тут проблемы. Так. А, нет, ты сиди. Ты плохой. Вон люди. Этот давно, а вот эти свежачок. Это охотники? Я не знаю, не как похоже. Отблагодарить тебя. И сейчас она выбьется из лагеря. Эй! Ну иди, иди, давай. Это далеко вообще? О. Негодяи, негодяи! Все в порядке? Разве не видно? Ты жива. Чего не скажешь о твоих товарищах? Ну да, все-таки это... Это предупреждение. Сперва охотники, затем остальные. Я должна рассказать магистрату о планах сыновей Ксеркса. А мне нужно забрать у нее деньги. А, то есть бежим туда? Да, возвращаемся обратно. Все-таки это были охотники. Получается, что так... Я, наверное, сейчас тогда сделаю... Вот так. А зачем? Да чтоб вас! Караулит. Ну что тебе надо? Ой, как я рад, что с ними сейчас можно вот так вот спокойно расправляться. Буквально там за 1-2 удара. А то в начале игры прям опупеешь с ними сражаться. Дайте ему уже нормальных. Не надо мне нормальных. Меня вот эти вот устраивают. О, это кто это с тобой? Ты вернулась. Что с Игнадикой и охотниками? Магистрат, тревожные вести. Сыновья Ксеркса готовятся напасть. О, это ты? Магистрат, эта мистия спасла меня от смерти. И просит двойную плату. Наконец-то. Хоть кто-то умеет обращаться с мечом. Я уговариваю Перри построить укрепление с тех самых пор, как мы заметили сыновей Ксеркса у деревни. А, это моя сестра Фия. В отсутствии мужчин она... строит из себя военачальника Лалаи. Раньше нас защищал твой муж. Кто-то должен был занять его место. Ты что, не слышала Агнадику? Нас переубивают, пока мы уповаем на богов. Похоже, сыновья Ксеркса понимают только язык силы. Мистия, я хочу нанять тебя для защиты деревни. Сделаю, что смогу. Славно. Встретимся у источника Кефиса. Сыновей Ксеркса ждет сюрприз. Знакомый голос. Интересно, это тоже будет приставать? Может быть, может быть. Куда же без этого? Зачем в воду залезла? Охлаждается, наверное. Рада видеть тебя вновь. Взаимно. Лалая, дочь Кефиса, бога этого источника. Говорят, она живет в этих водах. Фия, да? Перектиона сказала, что ты полководец. Впрочем, насколько я вижу, вы с сестрой не очень ладите. Перри скорее умрет перед алтарем, чем попросит у меня совет. Иногда люди хотят спрятаться от суровой реальности. Чтобы их утешили, сказали им, что все наладится. Нас вот-вот перебьют, а мы сидим сложа руки в ожидании смерти. Я должна подготовиться к битве, и другие тоже. Поможешь мне? Тебя называют полководцем. Проверим, что ты можешь. Я готова. Что, драться? Ну, типа того.
Я же просила не поддаваться. Ну что, сильно поддается, сильный, да? Удар. Прости. Я не ожидал, что ты такая слабенькая. Я посрамлена. Сыновья Ксеркса будут злее. А, что ж, это отрезвляет. Вот так бы и спери. Старшей сестре всегда виднее. Похоже, тебе было с ней нелегко. Это верно. Руки пачкаю я, а героиня всегда она. Я не хочу настраивать ее против сестры, но и вариант вот этот теперь у тебя есть я, мне тоже не нравится. В смысле, есть я. Ну, в смысле, что ты можешь сделать там за нее что-то там. Возможно. Ага. Возможно, это так. Я не знаю. Просто теперь ты героиня, это значит, вот иди и делай то, что считаешь нужным. Ну, примерно. Это не совсем правильно будет, на мой взгляд. Хотя я не думаю, что здесь есть какие-то кардинальные отличия. Да, попробуем так. Не знаю. На твоей стороне хозяйка орла. Значит, ты Персей для моей Андромеды. О, начинается. Да, мы создадим свою легенду. Ой, я читаю, будь ты Андромеда, и ты была бы Нага. Каким боком тут думаю-то? Ладно, мы легенду создаем. Женщины, оставшиеся без защитников и вынужденные взяться за меч? Уверена, о вас сложат песни. Меня не волнуют песни. Я хочу защитить своих сестер и деревню. Даже если мне придется умереть ради этого. Спартанские женщины не отстают от мужчин. В Лалае все иначе. Это ошибка, которую я стремлюсь исправить. Когда мужчины уходят на войну, нас могут защитить лишь охотники и юнцы, которые с трудом держат копье. А теперь охотники мертвы. И мы как никогда беззащитны перед сыновьями Ксеркса. Я встречала лидеров. У тебя похожий нрав. Перия жена правителя. Я не замужем. Старым девам не дают власть. Мы ничего не решаем. Вернемся к насущным делам. У нас хлопот полон рот. Да, но я не знаю, с чего начать. Нужно готовиться к битве. Но у нас нет ни оружия, ни доспехов. Кузнец ушел. Здесь только его дочь. Других охотников не найти? Нужно тренировать новых. К тому же рядом есть лагерь, вероятно, дочерей Артемиды. Они не очень приветливые, и мы избегаем их. Я встречала их раньше. Как скажешь. И? Где найти новых охотников? Я нашла желающих учиться. Они умеют стрелять из лука, но не очень хорошо. Ищи их на окраине Лалаи. К чему про дочерей Артемиды? Попросить помощи у них или что? Не знаю, типа, чтобы не драться с ними. То, что они на территорию не пускают к себе. Я не знаю, я тоже не совсем понял, к чему это было сказано. Возможно, из-за того, что мы сделали цепочку с дочерьми Артемида, у нас что-то пропустилось из-за этого. Как я могу помочь дочери кузнеца? Метеодуса сказала, что для работы ей нужны материалы. Если откровенно, ее нужно подтолкнуть. Она помогает отцу в кузнице всю жизнь, но ей не хватает уверенности. Я займусь этим. Есть у меня подозрение, что, возможно, нам надо было бы выгнать этих дочерей Артемиды, ну, попросить их как минимум освободить территорию. Чтобы там охотиться можно было? Ну да, типа того. Так, по заданиям что у нас получается сейчас? Смотри-ка, все-таки есть у нас вот на дочерей Артемиды. Мятежные дочери Артемиды встали лагерем возле Лалаи. Кассандр отправился туда, чтобы узнать, что они задумали, и просить их о помощи жителям деревни. Угу, помочь все-таки. Ага. Научите женщин охотиться. Афродитова руда. Насколько я понимаю, вот это вот прям рядышком, да? Да.
А что у нас тут светилось? А, ну, отмечу сразу. Это у нас дочери Артемиды. Угу. Война дошла и до Лалалии. Говорят, делай оружие. А хоть кто-нибудь спросил, умею ли я? О, ты кто? Наемница, меня наняла магистрат деревни. О, вот почему я тебя не знаю. Я Метиадуса. Только не говори, что тебе нужно снаряжение. Мне нет, а вот остальным жителям да. А, еще хуже. Разве ты не кузнец? Почему ты расстраиваешься? Я не кузнец. Мой отец кузнец, брат его подмастерья. Я приносила им древесину. Но теперь все считают, что я умею ковать оружие. Но ты ж кузнец. Тебе сложно, что ли? Твоих родственников больше нет в живых? Узнаю, когда мужчины вернутся с войны. А мать умерла год назад. Я могу чем-то помочь? Отец оставил мне инструменты и формы. Но нужна руда. Да и с ней у меня вряд ли что получится. Ты вроде знаешь, что делать. Все-таки есть разница между тем, чтобы знать и уметь. Ты права. Какая нужна руда? На самом деле сойдет любая. Но... Отец сделал кинжал для моей матери из особой руды. Из афродитовой руды. Странно звучит, но это правда. Почему такое название? Предание гласит, что Гефест, бог-кузнец, сделал из этой руды шлем для своей жены, Афродиты. Ей понравился цвет. И потому эта руда стала самой удобной для ковки. Где найти эту руду? Найти ее непросто. В тайной пещере над водой, вниз по скалам у следов персов. Ты была там раньше? Говорю же, я не ковала. Я приносила то, что нужно отцу. Сходила бы сама, но надо разогреть горн. Вернусь с афродитовой рудой. Не, ну я все понимаю, но что у них? Кузнец сам руду, что ли, добывает? Офигеть, 1000 метров. Далеко. У них все такие одинаковые, с этими гульками на голове. Так, нам куда тут? Так, подожди, 1000 метров. Я только на 100 метров улетел. Это как? А, я не то задание, потому что посмотрел. Сюда же нам. Я как раз про это место, кстати, подумал. Переместился в итоге не туда. А, ну, давай попробуем с пристани. Гляди, пещера. Угу. А вот и пещера. Так, пещеру-то нашли. Почему есть территория вражеская? Вроде здесь раньше никого не было. Вот почему ее назвали в честь Афродиты. Что почему? Там, внутри драгоценные камни, или мне показалось? Она какая-то такая, визуально. Иконка. Просто не будет же она ковать из руды с камнями какими-то. Так. А где брякнул? Ну это внизу, вряд ли там руда. Так там дальше пройти можно было вроде. Ну да. Я думал, здесь проход.
Надо будет сейчас почитать, попробовать, что это за руда такая, если она нам в инвентарь падает. Тупичковое место. О, нашел. Метеодусе этого хватит. Пора возвращаться. Ну-ка, сейчас подожди, Метеодуса. Есть у нас руда это здесь? Да. Названа в честь Афродиты. Говорят, что она становится мягкой в руках любого кузнеца. Ну, мягкое это хорошо, но оружие из такой руды не очень хорошо, наверное, делать. Ну, его же еще там закалить надо. Сковать, вернее, сказать, закалить. Я нашла руду. Отлично. Приготовлю формы. Этого хватит на всю деревню? Для начала хватит. О, можешь мне кое с чем помочь? И с чем же на этот раз? Я могу ковать и оружие, и доспехи. Но получаться будет гораздо медленнее. Лучше сосредоточиться на чем-нибудь одном. Что мне делать? Оружие или доспехи? Что ей делать, оружие или доспехи? Доспехи. Доспехи, наверное, да. Всех побить сама можешь. Ну, в смысле, Кассандра. А главное, чтобы выжили все. Но я не уверен, кажется, что мы будем принимать участие. Но фиг знает. Но доспехи-то, наверное, приоритетнее, если они будут хорошие, крепкие. Не знаю. Я думала так. Но оружия может не хватить, и тогда что? В ход пойдут вилы всякие. Ладно. Драться можно чем угодно, защищаться нет. Делай доспехи. Вот, да. Ты права. Твоя уверенность вселяет надежду. Спасибо. Есть у меня подозрение, что это как-то, конечно, повлияет на развитие событий. Потом. Хорошо. Следующее задание. Ну, давай к дочерям Артемиды и Афродиты. Он бы на меня все равно напал. Я вообще молчала. Здравствуйте. Кайре, обычное приветствие дочери Артемиды. Ты хозяйка орла, посланница Зевса, предводительница дочерей Артемиды. Ха-ха-ха. Я стала ей, победив Дафну, и пришла просить о помощи. На деревню неподалеку напали сыновья Ксеркса. Мы следовали за Дафной. За тобой мы не пойдем. Ты разбойница и убийца. Правители чествуют не за убитых ими, а за доброту их поступков. Вообще-то она сама ее вызвала на поединок. Да, есть такое. В чем проблема-то, я не поняла. Я согласна вот с чем? То, что правитель должен защищать? Я верхний вариант вообще не понимаю. Правители должны нас защищать, это в каком смысле? Да. Ну, наверное, она скажет, что... Не знаю, в общем... От персов этот берег спасли лишь копье и меч моего деда, царя Леонида. Правители должны нас защищать, неважно ценой скольких жизней. А еще он должен заботиться о своих. С Дафной у нас была и еда, и кров. Ты же охотишься ради забавы. Ты самолюбива, как твой Зевс. Как нам доверять тебе? А вы чего, не охотитесь вообще, что ли, что у вас нет ни еды, ничего? Я не позволяю себе излишне. Я не знаю. Ты что, должен находить, охотиться и кормить их, что ли, еще? Ну, получается так. Артемида позволила мне сразить немейского льва и медведицу Калиста. Разве это не доказывает, что Артемида любит меня не меньше, чем Зевс? Зачем тебе эта деревня? Почему мы должны помогать ее жителям? Что мы получим? Союзников.
У жительниц Лалаи есть крыша над головой и еда. Но от разбойников им не спастись. Вы все выиграете от такого союза. Могуществом ты не уступаешь, Дафне. Понимаю, почему ты получила титул. Победишь меня и нашу лучшую охотницу, мы с сестрами подчинимся тебе. Смотрите, резкие. А нельзя было сразу просто вот так вот сделать? Все равно подраться пришлось. Я не знаю, что происходит там. Немножко анимация сломалась. Все? Все. Что? Что вы? Что происходит-то? Бой идет еще. Ладно. Неважно, вроде. Сдаюсь. Ты достойна своих титулов. Я с воинами последую за тобой. Ты достойный соперник. Вы знаете, где Лалая, так? Конечно. Мы соберемся и догоним тебя. Вы готовы защищать Лалаю от нападения сыновей Ксеркса? Да, сильнейшая. Нет, но я на самом деле их понимаю. Пришла какая-то Кассандра, победила их предводительницу и стала предводительницей, а сама ушла дальше заниматься своими делами, как бы вот. Ты вот скажи мне, Кассандра это вообще хотела? Нет. Ну? Кто ее вообще спрашивал? Дафна к ней пристала, все так положено, нужно. Делитесь со мной. Ну? Да, я согласен. Эх. Странные у них правила, короче. Ну. А если бы этого задания ты не делал? То, наверное, с Артемидой мне было бы сложно договориться. Возможно, возможно. Возможно, этого задания вообще бы не было. Может быть. А может быть, было бы все немножко иначе, потому что я бы не был лидером, и мы бы не подрались, и я просто бы сказал, вот, я победил там животных вот этих, там еще что-нибудь, еще что-нибудь. И все, и она такая, ну давай, мы тебе поможем. Фиг его знает. Теперь еще этих учить охотиться. И это все охотники? После смерти наших мужей и сыновей в Лалае остались только мы. Должно быть, тебя наняла Периктиона. Точно. Пусть мы и не здоровяки, к которым ты привыкла, но мы умеем убивать. Ну, точнее, рыбачить. Неплохо. Мы готовы. У тебя есть все, что нужно? Да. Берите луки, идем. Расскажи мне о Лалае. Нас щедро одарил не только речной бог Кефис, но и богиня красоты, прекраснейшая Афродита. Скромные девчонки. У воды. У нас ее в достатке. Вы ловите рыбу в прудах реки? Кефис дает нам все необходимое. Недостаточно, чтобы прокормить Лалаю. Вот зачем нам ты. Из-за сыновей Ксеркса здесь стало меньше дичи? Фрукты и рыбу мы едим чаще, пока хватает. Звери не кричат и не молят о пощаде, как люди. Вряд ли они интересуют сыновей Ксеркса. Это еда. Возможно, персов меньше, чем мы думаем. Быть может, у них не хватит лучников, чтобы затмить стрелами солнце. Но их достаточно, чтобы пронзить каждого жителя Лалаи. Зачем все эти сложности? Сказали бы, Кассандра, сходи, убей персов. На самом деле, да. Непонятно. Мы на месте. Здесь живет огромный медведь. Не надо о нем. Напрасно я пришла сюда. Что, страшно? Плохие воспоминания, наверное, какие-то. Убейте животных. 5 штук. О, слышу, там где-то бибекает. Локоть должен находиться на уровне уха. Левую руку выпрямите и расслабьте. Стрела должна быть чуть ниже линии взгляда. Отпустив ее, выдыхайте. Старайтесь целиться в глаз, чтобы испортить меньше мяса. А что не так? Почему я? А вот это же медведь? Мертвый, что ли? Странно, кто его тут? Волк, видимо. Да ладно. Ну, я не могу это объяснить по-другому. Может, он споткнулся, упал.
лоб разбил себе. О, вон медведь еще. А вы чего? Стоят, сачкуют. Ты их тут обучаешь, они ничего не делают. Тебе не победить! Они тут взаимно сделали вид, что друг друга не заметили. Ага. Дайте еще кого-нибудь. О! Стоять! Зачем ты всех бьешь? Даже не медведей. Мне же не обязательно. Медведей только. А, просто животных. Понятно. Да. Просто не поговорили про медведя. И я сразу тебя не спущу. На этом сосредоточилась. Так, ну вы все поняли, как делать надо. Спасибо тебе. Я многому научилась. Афродита дает, но Артемида действует. Лалая, прекрасное место. Я рада помогать жителям деревни. Спасибо. Этого должно хватить на неделю, но Лалая нуждается в нашей помощи. Я сделала все возможное. Вернусь к Перектионе. Ага. Где там коняха наша? Лучшая оборона — это нападение, да? Может, сразу портнуться? Да. Так неудобно, конечно, сделано. Далеко. Перри, нам нужно мыслить стратегически. Разорить склады — это стратегия. А искать по лесу лазутчиков — пустая трата времени. Хозяйка Орла, славно. Уж тебя-то сестра послушает. Я только что говорила с охотниками. Они снова нашли возле деревни вражеские стрелы. Лазутчики. Должно быть, искали слабые места в обороне Лалаи. Коих немало. О том я перетолкую! Нам нужно их убить. Даже если справимся с сыновьями в бою, лазутчики перебьют нас во сне! А если не победим, деревне придет конец. Агнадика говорила про склады. Уничтожим их. Оставим врага без оружия. Можно и то, и то? Да, мы сейчас то и будем делать. Что узнала Агнадика? Что сыновья похитили припасы из крепости неподалеку и спрятали в своем лагере. Так ли опасны лазутчики? Пока мы воюем, они могут напасть на деревню и убить тех, кто остался. Что ж, покончим с этим. Какова наша цель? Лазутчики или склады? Выбор. А, все-таки на выбор. Ну, наверное, лазутчики все-таки пока что. Это же разведка лишняя. Mm-hmm. Разведка — это плохо. Склады, конечно, тоже хотелось бы пожечь. Было бы правильно. Но я думаю, надо сначала решать свои проблемы внутри. Займусь лазутчиками. Нельзя, чтобы нас застали врасплох. Надеюсь, ты не ошиблась. Иначе все пропало. Но не будем терять времени. Ты готова? Вернусь, когда закончу. Как там говорят спартанцы? Со щитом или на щите? Пусть боги направят тебя и твой клинок. Непонятно. Ну что такое-то? Почему нельзя то и то сделать? Так, лазутчики находятся в Малиде. Ага, залив Ксеркса, в западной части, то есть они где-то вот здесь тусуются. Логично. А я могу туда где-нибудь поближе? Нет, не могу, пешком. Ох... А, их тут несколько этих лазутчиков. Но они какие-то лазутчики странные, далеко очень. Тусуются, нет?
овца вот это вот рядом. Я и хотела спросить, это собака или кто там был? Овца, да? А, это... Зверь какой-то, да. А что, что происходит? Добить? Кого добить наверняка? Лазутчика. А. А издалека мне реально показалось, что это овца какая-то. С этими медведь ходит. Ага. Добиваем. Хорошо. Где еще-то? О. Угу. Но они не похожи на лазутчиков, если честно. А как должны выглядеть лазутчики? Не знаю, но я думал, что они где-то рядом с городом будут тусоваться. Как-то там. Вынюхивать какие-то может секреты. Может быть, трудности перевода? Должны быть разведчики, а не лазутчики. Если бы разведчики, наверное, да, было бы правильнее. А они там дурные носят. Но даже для разведчиков они как-то далековато. Что на моем месте? Не расслышал. Вроде все. Пора вернуться в Лалаю. Возвращаемся. Все нормально у вас? Не ругайтесь. Убила всех до одного. Теперь я буду спать спокойнее. Их силы по-прежнему превосходят наши, но спасибо. Теперь все изменится. Хотелось бы верить. Да. С кем поговорить теперь? А, с ней же, видимо, да. Как идет подготовка? На нас напали. О! Сейчас врагов сдерживает отряд Фии, но ей нужно подкрепление. Что ж, подготовка закончена. Ступай. Я останусь с жителями. Сюда! Они прижали нас к скалам! Смотри-ка, с доспехами. И правда. Ой, я не туда побежал, да? Угу. А где задание-то? Почему у меня не выбрано? На нас напали. Прячьтесь. Все молятся. Там народу столько в деревне. Ну, вот так. Ого, тут. Подождите, сейчас. Давай, давай, Саша. Девчонок наших обижают. Твоя смерть принесет. Малака, спасите! Жгите их. Чего такое неубиваемое-то? Так, где там еще? Слышу. В воде, что, в воде. Все, всех победили? Да ладно, всех? А вон. Нет, все, всех. Вроде всех. Ага. Хорошо бегает. Ну.
Неужели справились? Но какой ценой? Это война, Фия. Дочери Артемиды очень нам помогли. Они отвлекли часть врагов на себя. Я им благодарна. Погибло много там, да? Они были рады помочь. Видимо, да. Мы победили. Как? Я только помню, что наносила удары своим клинком, пока не начали болеть руки. Думая я в тот момент о лазутчиках, погибла бы. Мы справились. Хоть я и не избранница богов, но парой ударов меня не остановить. Вернемся в Лалаю. Ага, так вот, к чему мы лазутчиков убили. Чтобы спасти ее. Если бы мы не убили лазутчиков, я так понимаю, она бы умерла в бою, потому что думала бы о них все время. Так что ли? Наверное. Ну вообще, учитывая, сколько народу было, нам бы проще было бы, конечно, просто зачистить их лагерь. Никто бы не пострадал. Ну да. Фери! Фери! Сюда! Фери! Фия! Что там? Я здесь. Все в порядке. Все кончено. Мы победили. Осталось только сжечь тела. Ты защитила мою сестру и мою деревню. Я этого не забуду. Мы защищали друг друга. Как мы можем отблагодарить тебя? Спасибо, Мистия. Вот обещанные деньги. Мы всегда будем рады тебе. Недалеко отсюда погиб мой дед. Хвала богам, что он спас Лалаю от персов. Кассандра, нам нужно поговорить. Встретимся у водопада. Возродим наш дом из пепла. Что, приставать будет, да? Да, мне подумалось, что не должна, потому что тут уже диалог такой был, чем тебя наградить, и как-то так это плавно перешло в деньги, резко точнее, а не плавно. Мне в этот момент просто подумалось, что если бы мы закрутили с ней роман, то она бы встряла в разговор, возможно. Не, ну может она еще от себя хочет добавить к деньгам. Может быть. Я рада, что здесь вновь царят красота и покой. И это благодаря тебе. Правда, мир так хрупок. Но теперь мы сможем сохранить его. Я рада, что мы встретились. Должно быть, тебя привели к нам сами боги. Что дальше? Нельзя оставлять Лалаю без защиты. Я собираюсь учить детей сражаться. Больше нас не застанут врасплох. Лучше полководца не найти. Хайре, Кассандра из Спарты. Долгой тебе жизни. Ну, отлично. Хорошо. О! Доспех тебе там подогнали. Да, но я так понимаю, это не как у нее же. Вообще не как у нее. Бронька у нее весьма уникальна, то есть я не припомню, чтобы вот именно юбка в таком виде была. Угу. И нагрудник чисто вот кожаный. То есть есть похожие у охотниц, но все равно не такое. Угу. Ну, короче, вообще сама по себе сюжетка неплохая, но зачем-то разбавили непонятными заданиями в виде там «сходи, руды принеси», «научи нас охотиться». Ну, они же вообще не умеют ничего. Мужики ушли, вот, поэтому сделали так. Но это можно было обставить по-другому, потому что в данной ситуации, ну, ты побегал перед ними, сам убил пятерых животных, да. И все, они такие, Кассандра, спасибо тебе, мы теперь многому научились. Не, ну, а руду такое? Притащить? У них что, в деревне нет кому рудой позаниматься, что ли? Почему в итоге Кассандра вообще идет? Почему кузнец говорит, что у меня руды нет? Я бы сама сходила. Ну и сходила бы. Ну, нет времени у нее. У нее нет времени. Разжигала там. У них тут, значит, все на стадии войны с кем-то, а принести ей руду некому, да? Они там вон молятся лишний раз. Не хватает им времени. Не, ну дойти до пещеры. Столько диких зверей. Да, да, да.
Ну, не знаю. Это сложно. На мой взгляд, плохо обставлен вот этот момент, конечно. А так, ничего прикольного, интересного.